Знаешь, кто ты? В игре «Кто хочет стать миллионером» зрители при помощи красной кнопки на пульте могут дать верные ответы на вопросы раньше игроков и побороться за право прийти в студию. Для этого авторизуйтесь по номеру телефона и играйте вместе с участниками на телевизорах функции ABCBTV. Лучших зрителей, которые дадут больше всего правильных ответов быстрее других игроков, мы пригласим для участия в программе, и они сразятся за главный приз – 3 миллиона рублей. Если в телевизоре нет функции ABCBTV, то для голосования можно воспользоваться интерактивным плеером на сайте Первого канала, а также мобильным приложением Первый. Первое интерактивное телевидение на Первом. В эфире программа «На самом деле» студия, в которой невозможно солгать. В распоряжении редакции оказались кадры, на которых известный актер Игорь Гузун просит милостыню в метро. Сегодня в этой студии он столкнется с бывшей сожительницей, которая похитила у него 4 миллиона рублей. Эксклюзив программы «На самом деле». Несколько дней назад житель Мытищ Михаил Чебанов предоставил нам шокирующие видеозаписи. Известный актер Игорь Гузун просит милостыню в переходе и голодает.